Недавно моей психохидрической братве стало известно, что скриминг, оказывается, можно делать на инхейле. Когда я устал, я сам охренел. Для того, чтобы сделать скриминг на инхейле, вам для начала надо уметь делать скриминг на эксхейле, для того, чтобы понимать, каким образом в этой технике используются ложные связки. Также вам необходимо уметь какой-либо из инхейлов. Или пигух. Для того, чтобы понимать, как делать расщепление на вдохе, чтобы ваши связки резонировали. Чтобы сделать скриминг на инхейле, вам для начала нужно поднять гортань в верхнее положение, так как это делается на скриме. Далее вам надо короткими рывочками пробовать вдыхать. Это делается таким образом. Вы ставите положение, гортань, и делаете зевок, так как на скриминге. И начинаете вдыхать. Помните, что главное для вас это ощутить резонирование как бы в носу, то есть головной резонатор. Теоретически это можно сделать даже закрытым ртом. Закрытым ртом, как видите, ничем не отличается от высокого пик-сквилла. Кайф инхейл скриминга в том, что его можно тянуть очень долго, как вы видели в начальной демонстрации. Так что рубите инхейл скрим.